Здравствуйте! В эфире Национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Сегодня в нашем выпуске. Пенсии повысят с 1 апреля, и это не шутка. Индексацию выплат обсудили на еженедельном совещании правительства республики. Вместе, дружно, добровольно. Наша съемочная группа отправилась в рейд с народными дружинниками. Стирая границы, в Чувашии проходят Дни немецкой культуры. С 1 апреля начнут повышаться государственные пенсии, в том числе и социальные. Сегодня эту тему обсудили на еженедельном совещании при главе Чувашии. Кому проиндексируют выплаты? Подробности у Дмитрия Ковалева. Очередная волна повышения пенсии в республике коснется 26 тысяч человек. Дополнительные расходы на индексацию превысят 150 миллионов рублей. Здесь в первую очередь дети-инвалиды с детства. Дети-инвалиды и инвалиды с детства, порядка 6700 человек. У них после индексации размер пенсии составит 12 681 рубль. Следующая категория – инвалиды первой группы, инвалиды второй группы с детства. У них размер пенсии после индексации составит 10 567 рублей. И дети, потерявшие одного родителя, и дети, потерявшие обоих родителей, порядка 9,5 тысяч. Средний размер социальных пенсий составит 8 155 рублей. Размеры выплат вырастут на 2% до уровня прожиточного минимума. Повысятся не только социальные пенсии. Начнут получать больше те, кто пострадал в радиационных и техногенных катастрофах, обладатели знака «Житель блокадного Ленинграда», а также участники Великой Отечественной войны. После индексации вот у участников Великой Отечественной войны, к сожалению, их не так много осталось, конечно, составит размер уровня материального обеспечения 43 510 рублей. С каждым годом решения волевые принимаются руководством страны для того, чтобы в определенной степени выравнивать пенсии селян, там, горожан, кто как, на каком производстве работал. Это важный показатель. Каждый третий житель Чувашии претендует на меры социальной поддержки. В этом году объем выплат превысит 7 миллиардов рублей. Более 600 миллионов на реализацию программ в сфере занятости. На социальные выплаты безработным гражданам в текущем году предусмотрено 292 миллиона рублей. Это 160% к уровню прошлого года. Размер пособий увеличился, минимальный до 1900 и максимальный до 8000. Также глава региона подвел итоги командировки в Москву. Михаил Игнатьев руководит рабочей подгруппой Госсовета страны по развитию физкультуры и спорта. Самое главное, сейчас вот эта тема увязывается и здравоохранением, и образованием, и городской средой. Наш индикатор, значит, это 55% жителей, которые систематически должны заниматься физической культурой и спортом в 2024 году. Мы должны сделать все для того, чтобы люди прогуливались, люди ходили, дышали свежим воздухом, чтобы детей мы отрывали от компьютеров, соответственно, от телевизора или от своих гаджетов. Михаил Игнатьев отметил, что многое зависит от работодателей, которые должны пропагандировать здоровый образ жизни в коллективах. Задача властей региона – развивать спортивную базу в шаговой доступности. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. Транспортная реформа, которая началась еще в декабре прошлого года, постоянно корректируется. Причем многие предложения вносят жители столицы. Меняются маршруты, перевозчики, вид транспорта. Рабочий процесс в самом разгаре. Чиновники уверяют, что это нормально и оптимизация должна завершиться к концу текущего года. 17 троллейбусных и 26 автобусных маршрутов – это сегодняшняя транспортная сеть «Чебоксар». С начала года по городу курсируют 330 автобусов. Большая их часть – транспорт малой вместимости. 53 единицы средней, более 70 больших автобусов. Город заключил с перевозчиками 15 контрактов на 8 лет. Но по 7 из них договоры либо расторгнуты, либо победители торгов просто отказались от пассажирских перевозок. К тому же «Чебоксары» покидает перевозчик из Санкт-Петербурга, за которым 8 маршрутов. «Автоэкспресс-4» не смог выполнить условия контракта и заменить автобусы большой вместимости на транспорт поменьше. Так как неисполнение условий контракта нарушает действующее законодательство, администрация города вынуждена принять решение об отказе от исполнения контрактов в одностороннем порядке. По условиям аукционов ООО «Автоэкспресс-4»
за право осуществлять перевозки внесло в бюджет 21 миллион рублей, которые после расторжения контрактов не будут возвращены перевозчику. С 3 апреля до проведения конкурсных процедур проблемные маршруты будут обслуживать временные перевозчики. В мае пройдут новые торги по столичным перевозкам. Рациональный пассажиропоток, рассчитанный научно-исследовательским институтом, не достиг необходимой величины, так как для достижения результата необходимо было провести оптимизацию муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети по следующим направлениям. Первое. Это перевод автобусов на межмуниципальных маршрутах Чебоксары-Новочебоксарск на средний и большой класс для сохранения провозной способности и разгрузки транспортной сети. Второе. Это организация 7 пересадочных узлов в городе Чебоксары для оптимизации межмуниципальных маршрутов. Ну и третье. Это синхронность в реализации транспортной реформы на региональных и муниципальных маршрутах. Нерентабельность пассажирских перевозок сити-менеджер Чебоксар связывает с дублированием городских маршрутов межмуниципальным транспортом, в основном которые следуют в Новочебоксарск и обратно. Сейчас все в ожидании автобусов большой и средней вместимости на маршруте Чебоксара-Новочебоксарск. При всем этом с плюсом отработало троллейбусное управление. Предприятие, которое в начале года находилось на стадии банкротства, по результатам прошлого года сократило убытки на 80%. Это 76 миллионов рублей. Ирина Волкова, Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика. Вот уже 4-й год подряд поддерживать общественный порядок в Чувашии полицейским помогают народные дружинники. Они стоят бок о бок с профессионалами и помогают раскрывать преступления. На один из рейдов с участием добровольцев выехала и наша съемочная группа. В составе народных дружин люди разных профессий и возрастных категорий. Но цель у них одна – сохранить общественный порядок на улицах столицы. Обучение приемам самообороны – неотъемлемая часть подготовки народных дружинников. А дальше получили задание и на точку. В рейды добровольцы выходят только вместе с сотрудниками полиции. Олегу Никитину работа дружинника знакома. Днем он следит за порядком в спорткомплексе ЧГУ, а вечером выходит в рейд по улицам Чебоксар. И так с 2015 года. Гражданская позиция у меня такая, чтобы город был. Общественный порядок, меньше беспорядка было, чтобы. И нравится эта мне работа. Народные дружины в Чувашии появились в 2015 году. На данный момент их 26 в республике. В ряды добровольцев вступили более 500 мужчин и женщин. Наша задача – помощь сотрудникам полиции при выявлении таких нарушителей, как мелкое хулиганство, распитие. Мы являемся понятыми, пишем объяснительные. Как гражданское лицо. Явный плюс от работы дружинников отмечают и жители Новочебоксарска. В городе стало спокойнее, говорят они. Довольна тем, что все хорошо у нас, спокойно в городе, то, что есть и дружина. Думаю и считаю, что они нужны нам, нашему городу. В 2018 году в Новочебоксарске народные дружинники помогли предотвратить почти 1000 административных правонарушений. Ежедневно. И в выходные дни, и в праздничные дни, на мероприятия массовые они активно принимают участие. Без них мы никуда, это прямо наша помощь. Это замечательные люди, они с такой гражданской позицией. Во-первых, они сами очень положительно к этому относятся. Во-первых, во-вторых, они не безразличны к тому, что делает полиция. Для того, чтобы вступить в ряды дружинников, нужно быть не моложе 18 лет. Быть инициативным, целеустремленным, психически устойчивым и готовым к неожиданным ситуациям. Например, к таким. У этих ребят нормальная реакция. Главное – предупредить грядущий конфликт и дать понять нарушителям – спокойствие горожан дороже всего. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Вторая мировая война завершилась на Дальнем Востоке. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. 1 700 000 советских солдат сражались против Квантунской армии. Среди тех, кто защищал восточные рубежи Родины, был Валентин Теплов.
На пожелтевшей фотографии два молодых солдата. Снимок сделан в 1945 году в Северной Корее. Юноша слева – Валентин Григорьевич Теплов. Справа – уроженец соседней деревни. Старый Желканский, с нашего района. Старый Желкан. Рядовой был, как я, рядовой. Мы в 43-м году призвались. Советское командование опасалось открытия Восточного фронта, поэтому дислоцировало на Дальнем Востоке часть войск. Когда Запад кончился война, тут перепошли войска туда, к нам еще пополнение. На Восток, и, да? Запада, на Восток, с Запада, из Берлина взяли. Ефрейтор Теплов воевал в 42-й отдельной механизированной бригаде в составе артиллерийского дивизиона. Оружие, пушки разного калибра. Любимого потерял. Кого потеряли? Друзей, ну, своих. Все? Солнца нет у него уже. Я живу, сразу скажу, вот. Это война есть война. Война, это никого не жалеет. Пуля попала тебе. Все, на смерть. Раненый. А живой остался. Столько лет прошло после войны, но воспоминания не оставляют ветерана. Мы все равно наступали, все равно вперед, пока война кончилась. Они капитулировались. Быстро, не так, как на Западе. За мужество и героизм Валентин Григорьевич получил орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Японией. После войны еще 3 года служил в Северной Корее, затем вернулся на родину. Трудился на кирпичном заводе в районной больнице. Женился и вырастил детей. Внуки, как и дед, отслужили в армии. В мае этого года состоится празднование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И отметить ее ветеран хочет на Красной площади в Чебоксарах. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. Каждый год по всей России от Калининграда до Владивостока проходит фестиваль «Дни Германии». Проект реализуется при поддержке посольства и генеральных консульств. В этом году грант на проведение фестиваля в нашей республике выиграл Чувашский государственный университет имени Ульянова. Чем, как не музыка из произведений известного писателя и композитора Эрнста Гофмана, может открыться фестиваль немецкого языка? Она помогает студентам и всем участникам проекта познакомиться с культурой другого народа. Сегодня вот принимать на площадке университета Дни Германии, Дни немецкого языка и культуры очень почетно и ответственно. Я думаю, что эта программа, которая сегодня реализуется, она очень интересна не только для студентов, но и для молодежи вообще. И уверен, что ребята, которые придут на эти мероприятия, пройдут эти дни с большим интересом и с большой пользой. Интерактивная лекция «История немцев в России», анимационный урок «Немецкий в чемодане», конкурс театральных миниатюр по народным сказкам Германии. Огромное количество интересных событий запланировано организаторами фестиваля. А у самих участников разные мотивы. Например, Юлия Дзюкова очень хочет съездить в Германию. Я слышала о немецкой культуре многое, но сама не изучала. Поэтому мне хочется побольше узнать, побольше изучить эту страну. Для тех, кто, как и Юлия, интересуется с учебой в Германии, презентация стипендиальных программ Германской службы академических обменов. Здесь можно будет узнать о предложениях немецких вузов, образовательных программах и языковых школах. Фестиваль продлится до 24 апреля. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Звучит серебряный голос. Фестиваль вокалистов-исполнителей песен на чувашском языке в 20-й раз собрал в Чебоксарах более 30 участников. Ульяновск, Оренбург, Петербург, Сургут. Фестиваль по праву называется всероссийским. Каждый год на чувашской земле он собирает исполнителей эстрадных песен на родном языке. Регионов очень много, голосов очень много. Также и районам хочется сказать, они подготовились, хорошо подготовились. Много красивых костюмов. Этого дорогого, наверное, стоит. Мы чтим как бы культуру, да, сохраняем культуру, быт чувашского народа.
Они прошли отборы в своих городах. Финалисты приехали в Чебоксары, чтобы выступить перед взыскательным жюри, в которое вошли маститые деятели культуры и искусства Чувашии, музыкальные преподаватели и руководители вокальных коллективов. У некоторых вот не хватало там то, что вот дыханием не владеют, сразу видно, я думаю, те, которые вот специалисты вот эти могут оценить. И прийти вот к песню тоже вот образ должен быть, о чем они хотят рассказать, о чем они хотят петь, это немаловажно. В целом мастерство и уровень участников растет из года в год, отмечают в жюри. В этот раз гран-при отправляется в Татарстан. Я вообще думала насчет того, как спеть и как прожить песню саму. И я сама хотела донести до зрителей весь смысл песни и сама, соответственно, получить удовольствие от песни. Честно, первый раз участвую на этом конкурсе, и так все, судьба сложилась, видимо. Памяти спортсмена и общественника. В Чебоксарах завершился всероссийский турнир по дзюдо. Соревнования проводятся в 10-й раз в память об Александре Трофимове, мастере спорта СССР международного класса и депутате Государственного совета Чувашской республики. Гибкий путь к победе или дзюдо выбрали более 200 участников всероссийского турнира. Юные спортсмены приехали из 7 регионов страны на юбилейные соревнования, посвященные памяти Александра Трофимова. Вместе с Александром Ивановичем Трофимовым мы вместе боролись еще в Доме культуры Чебоксарского электроаппаратного завода. Затем вместе осуществляли свою парламентскую деятельность в Государственном совете Чувашской республики. Он был настоящий спортсмен. Был настоящий гражданин, настоящий любитель вида спорта, как дзюдо. Мастер спорта СССР международного класса по самбо, по рукопашному бою, президент Федерации дзюдо Приволжского федерального округа и вице-президент Всероссийской Федерации дзюдо. Александр Трофимов не просто любил спорт, он много делал для того, чтобы здоровый образ жизни выбирали как можно больше молодых людей. Это дань памяти, дань уважения тем людям, которые оставили неизгладимый след и в спорте, и в общественной деятельности. Поэтому на таких турнирах воспитывается подрастающее поколение, те люди, память, которая проводит такие турниры, является примером для воспитания нашего подрастающего поколения. За один соревновательный день прошли схватки по всем весовым категориям. В общекомандном зачете дзюдоисты «Спартака» из Чувашии стали вторыми, уступив лидерам из Нижнего Новгорода 4,5 очка. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Валерий Резюков. Республика. Сразу после выпуска новостей программа по существу, гость студии, депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Далее вас ждет полезная информация. На этом я с вами прощаюсь. До завтра. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. На ярмарке «Ермак» обновился ассортимент верхней одежды. Более 5000 наименований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. И у вас, я смотрю, выбор большой, и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас пойдем посмотрим, и, может быть, что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, вот весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета – горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент, куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку, подходящую. Расположение магазина мне устраивает, удобно. И с остановки недалеко тут, рядом. Понравилось. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант и будьте в тренде весной 2019 года.